Дорогие, уважаемые участники программы «Вводный курс. Профессиональный эксперт». Я очень рад, просто счастлив, что вы с нами вместе решили проходить эту программу и что вы решили выбрать для себя эту, с моей точки зрения, лучшую, самую прекрасную, самую полезную, самую необходимую миру и людям профессию «Эксперт». Обучать людей, как достигать результаты в разных сферах человеческой деятельности. На сегодня мир меняется очень быстро, меняются правила, появляются новые навыки, новые профессии. И эксперты – это люди, которые помогают другим. Самая востребованная профессия. Молодцы! В чем отличие нашей программы? Наша программа обучает экспертов, как создавать образовательные продукты высочайшего класса и каким образом эти продукты предоставят рынку людям, чтобы помочь миллионам людей. И эксперт, как он определит, что он помог миллионам людей? Только по деньгам. Деньги – это возврат, возврат на ту пользу, которую вы приносите людям. Мы для вас приготовили уникальную платформу. Это уникальная платформа, которая развивается невероятными темпами. Там искусственный интеллект, роботы и так далее. То есть все происходит прямо вот сейчас за месяц происходят технологические изменения, которые раньше происходили за годы. Поэтому я вам скажу очень важную вещь, сейчас важнейшую вещь. Эксперт должен быть сосредоточен на продукте и на себе. То есть Моцарт должен играть музыку, а не продавать билеты. Поэтому разберитесь, пожалуйста, в курсе. У вас есть у каждого одна коуч-сессия с коучами, то есть коуч – это тоже эксперт, который помогает людям точно определяться с целями, с планами и так далее. Вот у вас будет возможность самим почувствовать, что такое работа с коучем. Обязательно используйте эту возможность, потому что по моей системе профессиональный эксперт – это человек, который сам владеет навыками коучинга. И потом точно так же вы будете помогать за очень большие деньги своим клиентам, когда они захотят индивидуально с вами поработать, вы сможете это сделать. Опять же, если научитесь профессии профессиональный коуч. Те коучи, которые будут вам помогать, профессиональные коучи, которые получили у меня дипломы и научились технологии. Дальше, у вас будут уроки. Весь курс построен следующим образом. Короткие, понятные уроки с тут же выполнением домашних заданий и связь с другими экспертами. Здесь очень важно, что та информация, которую человек просто прочитал, она у него не остается. Остается только та информация, она ложится на жесткий диск, с которой мозг работает. Поэтому настройтесь на то, что если вы хотите в этой профессии преуспеть, а я надеюсь, что вы хотите в ней преуспеть, и я тренер. Я когда-то попал к старшему тренеру сборной СССР в барьерном беге Юрий Александрович Огородник, и через полгода я выиграл чемпионат СССР среди спортинтернатов. Вот я такой тренер, я готовлю экспертов, я хочу вложить в вас максимум труда. Вся наша команда хочет вложить в вас максимум знаний, но нужно помнить, что никто не сможет делать зарядку за вас, никто. И от того, что я знаю, как быть экспертом, это еще ни о чем. Для вас важно, чтобы вы узнали, запомнили, поняли, сделали. И с Божьей помощью вы станете восходящей звездой экспертного рынка. Я очень этого хочу, желаю вам огромных-огромных успехов. Смысл простой. Личный кабинет. Зашли, посмотрели видео, ответили на все вопросы. Значит, заполнили все, что нужно заполнить. Оп, значит, сделал дело, гуляй смело. Будут вопросы, обращайтесь к коучам, в техподдержку. Значит, все, приступаем. Все, я знаю, ты можешь. Я хочу, чтобы ты стал звездой. Уже прям старое поколение должно уйти. Ты должен стать звездой следующего года. Ты должен свое знания запаковать в образовательные продукты и дать людям. Все, начинаем учиться. Пока.